Ну все, друзья, уже близок конец первого отделения. Вот. Песня, которую я хочу, вот, буквально предпоследняя песня в этом отделении, которую я хочу показать вам, это уже готовая песня. Написал ее Сергей Корычев. Вот. Я ее послушав, тоже решила, что у меня может быть совсем по-другому. Ля-ля-ля, я еще крестиком могу вышивать. Вот. И тем более, что это как бы песня разговора взрослого мужчины, я так понимаю, отца, ну да, в общем, да, отца со взрослым сыном. Вот. Мне это очень, в общем-то, тема импонирует и знакома, потому что у меня два взрослых мальчика, с которыми тоже надо иногда вот так вот разговаривать. Другое дело, что они не всегда это воспринимают, но разговаривать надо. Значит, получилась вот такая песня. Пора прощаться, как ты будешь дальше? Тоска сжимает грудь. Не бойся голода, мой милый мальчик, наешься как-нибудь. Не верь ни людям, ни богам, ни даже красавицам в манто, что может быть твоих друзей продажней, подруги разве что. Даст Бог, ты вырастешь задумчивым и гордым, на гриф натянешь молодое серебро. О-о-о. Возьми гитару левой ручкою за горло, а правой ручкой выворачивай нутро. Пора прощаться, как ты будешь дальше? Тоска сжимает грудь. Не бойся холода, мой милый мальчик, влюбись в кого-нибудь. Изменит женщина, скули поменьше и не дырявь пальто. Что может быть еще дрянее женщин, мужчины разве что. Даст Бог, ты вырастешь задумчивым и гордым, на гриф натянешь молодое серебро. Возьми гитару левой ручкою за горло, а правой ручкой выворачивай нутро. Ты вырастешь задумчивым и гордым, на гриф натянешь молодое серебро. Возьми гитару левой ручкою за горло, а правой ручкой выворачивай нутро. Первое.